Сайен был неравнодушен. 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 И это, конечно, радует, потому что, вы понимаете, индустрия всегда будет стремиться продать населению продукты и как-то навязать свою цель, заработать на тех, которые управляют эти напитки. Хорошо, что Сайм понял то, что это не лобби производителей, это не лобби тех, которые пьют. Появилось такое единодушное желание реально запретить это продавать детям. Потому что это и в долгосрочном плане влияет очень плохо на это здоровье. Если кто-то не верит в меня, надо сорганизовать экскурсию на заводы, где производятся эти напитки, показать химическую формулу, реально и какое влияние химические элементы имеют на организм, и особенно на детский организм. Если человек созрел, пусть он травит себя, как он хочет, это его свободный выбор, но детей надо защищать.